саме, як завжди, у цій порі жіночий журнал. І сьогодні Катюша Янтарна нам розкаже про той елемент одягу, який влітку один із найпопулярніших. Це легкий такий повітряний ніжний сарафан. Да. Так. Я думаю, кожна дівчинка являється обладательницей не одного сарафана, тому що це удобно, це легко, це в жаркую погоду то, що іменно треба. Варианты сочетания. Мы рассмотрим один из вариантов. Их сейчас достаточно большое количество можно придумать в зависимости от вашего настроения, от вашего образа жизни. То есть это могут быть и каблуки, например, и клатч, и те же самые кеды, например, с сумочкой спортивной. Могут быть слепоны или эспадрильи, если мы хотим добавить чего-то более морского. Да, это такая морская больше обувь. Плетеная сумка, то есть уйма вариантов. Сарафани бувають різні, різних, в принципі, там, стилів, різного покрою. Зараз які сарафани в моді? Остаються в моді сарафани в пол. Сейчас появился, ну, как элемент, наверное, новый, это вот эти все рюшечки, оборы, оборки, открытые плечи, то есть они являются как элементом блузок, точно так же их добавляют и в сарафаны, и в платье, то есть, ну, это будет вот такое супермодное что-то с открытыми плечами или такой спущенная горловина с рюшиками. Сарафан, це, в принципі, такого, ну, простого, так, покрою річ. Так, достатньо силует всегда простой. Силует, ну, це не приталене щось, нет. Так? Як не виглядати, ну, більш повною, ніж ти є насправді в такому сарафані? Тож, можна использовать ремешки. Крой сарафана буває абсолютно разный, он может быть немножко, как вроде бы сжатой резиночкой, но ткань все равно будет всегда, ткань будет летящая, такая прозрачная, это может быть шифон, шелк, вискоза, что-то дышащее. Вот, поэтому силуэт, он будет априори уже такой романтичный, летящий, легкий. То есть он никогда не будет строгим, каким-то асимметричным, чего-то сложного здесь не будет в крое. Ми з тобою поговорили про максі-сарафани, так? Максі-довжина, але ж бувають і коротенькі. От яка довжина має бути мінімум, ну, яку може дозволити собі дівчина, аби це не виглядало, ну, надто. Тому що, ну, різні ходять. Ну, Танечка, такий вопрос, можна все, якщо душа желає і дозволяє фігура і ноги. Щось є особливо в коротких сарафанах, може їх якось комбінувати можна просто? Ну, наверное, все-таки коротким сарафаном, если это ультра-ультра-мини, все-таки не стоит выбирать каблук, потому что это будет смотреться уже еще более вызывающе, да. То есть лучше тогда выбирать какой-то плоский ход. Сейчас много босоножек на невысоких квадратных каблучках, они в моде, вот как новый тренд сезона, да. Там могут быть шлепки в мужском стиле, тоже достаточно популярные, модные. Да, то есть будет такое интересное сочетание. Сарафаны тоже могут быть разные. Они могут быть, немножко уходить в милитари стиль, например, могут в кантри. То есть, в зависимости от этого, от такого направления, шлейфа, мы уже подбираем аксессуары. Ну що ж, я думаю, наша Юлечка, модель, уже привдяглась, так? Да, Що сьогодні ми побачимо? Так, проанонсуй. Юлечка буде сьогодні романтическая, как всегда, с яркими акцентами. Я думаю, я продемонстрирую, розкажу позже на Юлечке. Добре, зустрічаємо Юлю. Thank you.
наш лук сегодня в романтическом стиле, струящийся сарафан. Одежда, опять-таки, от нашего партнера магазин Brand Mix. Сарафан шелковый, то есть это создаст максимум комфорта в летний зной. Значит, базовым является оттенок хаки, он уходит больше в серый, такой в холодный оттенок, вроде бы как бы припыленный, разбавленный серым, то есть такой вариант цвета хаки подойдет больше холодному колориту внешности, то есть холодным подтоном кожи девушкам. Сарафан мы обыграли аксессуарами, здесь мы сочетаем на аналоговом сочетании, это такой как бы тип правила сочетания цветов, то есть желтый с оранжевым. Это когда в цветовом круге два цвета рядом находящихся сочетаются между собой по такому принципу. То есть это создает такой немножко жизнерадостный, энергичный лук, да, в то же время он романтичный. Шляпа актуальна особенно летом, соломенная, да, она будет классно сочетаться тоже с сарафаном в таком стиле и оттенком хаки. И аксессуар у нас создает такой небольшой акцент, то есть он натуральный камень, тоже который переплетается с натуральностью в этом стиле. То есть ничего такого вычурного, никаких экстраординарных металлов. Ну, я вам скажу так, сарафан – це, звичайно, прекрасно, прекрасно. Влітку сарафан – це прекрасно, і ніколи не думала, що це дійсно модно його носити під шльопки. Ну, перепрошую, що я вже так, по-простому. А оця прекрасна річ, ця прикраса може служити не тільки доповненням до вашого образу, а й непоганою такою зброєю. Він важкий, насправді. Тож, обирайте прикраси з розумом, підходьте до усього з розумом, так само, як ми робимо із Катю Янтарним, нашим стилістом нашої програми. Так? Юлічка, я тобі дякую за те, що ти, як завжди, мовчазна і гарна, гарна, гарна. Катюша, дякую тобі, звичайно, за твої поради. Ну, а вам, друзі, дякую за те, що ви нас дивились усі ці 13 хвилин. Власне, це все, що ми хотіли вам показати і розказати на сьогодні, але обов'язково повертайтесь до нас у неділю о 20:00. Я чекатиму.